предложение сегодняшнего дня – это биокедр, настои. И сегодня мы представляем с огромной скидкой, что происходит после зимы. И вот сейчас уже весной многие говорят: усталость, упадок сил, никак не можем выбраться из болезней, у нас нехватка витаминов и микроэлементов. Как же нам себе помочь? Именно дальневосточная кедровая шишка в этом нам помогает. И сегодня она получила скидку 45%. У нас курс представлен на 8 месяцев приема. Расскажет сегодня подробно сам создатель самого бренда «Биокедр», основатель и директор Шишленин Анатолий Арнольдович, который специально приехал к нам сегодня на эфир. Анатолий Арнольдович, расскажите, вот эта красавица шишечка, для кого вы придумали, для кого создали этот продукт? Добрый день, дорогие друзья. Вот эта дальневосточная кедровая шишечка, очищенная от смолы. Очень важный момент. Она произрастает... Шишки много где, 42 мирорегиона, где произрастает шишка. Но лишь в одном Приморском крае мы нашли именно вот этот продукт, в котором содержится 134 компонента, которые, принимая наши настои или в виде таблеток, помогают от сердечно-сосудистых, гормональный дисбаланс, проблемы с уровнем сахара, диабет прочее, реабилитация после инфекции, операции, заболевания органов дыхания, повышенный уровень холестерина, нарушение сна, онкология, гинекология, щитовидные проблемы, опорно-двигательные, сердечно-сосудистые. И вот это все помогает только за счет того, что в этой шишке содержится 134 компонента. Ставлю маленькую ремень. Мы не занимаемся лечением. Это дело врачей, это дело профессионалов, а мы занимаемся балеологией, наукой о здоровом образе жизни. И вот как раз дальневосточная вот эта кедровая шишечка, в которой содержит такое огромное количество всего, о чем я говорю, а вот сибирская шишечка, вот она махонькая, такая лапочка, да, ну в ней понятно. Поэтому все, что вот находится вот здесь, здесь 50 микро-макроэлементов, 50-55, 20 аминокислот, 20 витамин, жирные и нежирные кислоты, дегидрицин, кварцетин, танин, омега-3, омега-9 и куча-куча всего прочего еще других компонентов, которые жизненно необходимы для нас с вами. Просто жизненно. Вон наш дальневосточный край, ой, посмотрите, как какая красота. Там. И вот именно вот там произрастает вот эта шишечка. Больше в мире аналогов ничего нет. Поэтому нам с вами очень сильно повезло, что мы с вами обладатели вот этого богатства. Я знаю, что еще технология непростая, потому что шишка обработана. А я вот показал, если нас покажешь более крупно, видите, она вся в смоле. Да. Если мы не уберем смолу, мы нанесем больше вреда, чем пользы. Смола не растворяется в организме. Она, расплавившись, начинает забивать жизненно важные органы. Потому что температура растворения смолы 55-60 градусов. А в ней, а у нас с вами 36,6 в идеальном состоянии. Поэтому вот это мы ее 12 лет было потрачено только на то, чтобы научиться без всяких приукрашиваний. Некоторые любят, там, вот мы там это. Нет, 12 лет было потрачено на то, чтобы научиться убирать смолу, не повредив всего огромного количества, что здесь находится. А смола не только снаружи, но она и внутри. Она классный продукт для наружного применения, так называемой живицы. Вот смолу собираем. Как мы ее готовим? Мы ее очистили от смолы, раздробили до определенной кондиции ее, высушили, и потом вот такой продукт, вот, вот такие пакетики размещаем. А как принимать? Вот здесь 7 грамм на 10 дней. Берем пакетик, вскрываем, литровая емкость, в литровую емкость высыпаем вот этот пакетик, скипятили воду, 50 градусов максимум, 45-50 градусов. И вот потому что при 50 выше 55-60 градусов начинается распад первой группы витаминов. И вот сюда выливаем вечером, до утра она насыпает, происходит вытяжка максимальная из того, что вот здесь есть. И утром начинаем пить с вами по 50-60 грамм. Утром 50 грамм и вечером 50-60 грамм. Плюс-минус 10 грамм, нормально, допустимая норма. И так вот, я пью вот этот настой, я пью настой уже 12 лет. А как вы пришли к этому? А я пришел к этому, когда мы в 2011 году онкологию поймал, рак желудка у меня был в серьезной стадии.
не прооперировали, а до этого мы еще с 2005 года применяли нашу вот эту кедровую шишечку в кормлении животных. И когда мы видели, какие положительные результаты происходят с животными, меня потом, когда приехал после операции из Израиля, мне Надежда Павловна говорит: Анатолий Арнольдович, таблетки в сторону, начинаем пить, потому что вот здесь кладезь всего. 20 минут. Самое суть в другом, да? Это вы? Мы изгаляемся. Спортсмен? Мы изгаляемся. А сколько вам там лет вот на видео? Вот этот год назад, я в Геленджике, ну, у меня есть каждый, это не то, что я для рекламы снимал. Каждое утро начинается 10-километровой пробежки. Это 15-16 тысяч шагов где-то в быстром темпе, где потом резиновые бинты, потом спортзал, потом море, если рядом море. Ну, вот так вот примерно, это каждый день. И вот сейчас в таком же темпе занимаюсь. 78 лет вам, Анатолий Арнольдович. Мне 1 июля день рождения, поэтому, ну, посчитать несложно. Я 1944 года рождения. Как... Вот это вы просто, смотрите, энергия, здоровье, после онкологии восстановился и не принимает таблеток с 2011 года, представьте себе, и все это мощь природных компонентов, и это настой. Вкусный, ароматный. Пейте утром и вечером по 50-60 миллилитров. Подходит всем без исключения, не имеет побочных действий. И сегодня вы, приобретая две упаковки, третью вы получаете в подарок. И это максимально выгодное предложение. Вы можете заказать одну упаковку на пробу. Цена 3199 рублей. Но заказывая двойной комплекс, вы получаете третью упаковку в подарок. И цена всего 4199 рублей. Вы экономите 2199 рублей. Заказывая сегодня на 4990, вы получаете еще крем согревающий для суставов в подарок. Звоните сейчас, поддержите свой иммунитет, добавьте витамины в свой организм. Ведь сейчас весна, я витаминоз. Зинаида Петровна из Мценска оставила свой отзыв. Пью препарат уже полгода, очень нравится, придает сил. Быстрее выздоравливаю, всем рекомендую. Спасибо вам огромное. И давайте спасибо еще раз большое. Напомним, да, для кого рекомендуем мы настой. У меня муж пьет потрясающе, чувствует себя великолепно и даже от храпа избавился, что меня не может не радовать. Для кого подходит наш биокедр? Ну, проблема с храпом, конечно, очень серьезная. Кстати, не выспишься, но это целая проблема. Вы знаете, вот мы сегодня вычленили порядка уже 50 видов заболеваний, от которых помогает наш настой. Это и сердечно-сосудистые, и гормональный дисбаланс, и сахарный диабет, и реабилитация после инфекции из операции, заболевания органов дыхания, повышенный уровень холестерина, нарушение сна, тревожное расстройство, онкология, гинекология, опорно-двигательная, сердечно-сосудистые. Трудно сейчас все перечить. Причем это не выдумано, ничего не выдумано, это по отзывам людей. Люди нам пишут, и мы сегодня очень плотно работаем с медициной. Звоните и заказывайте, делайте свою первую покупку с бесплатной доставкой. И будьте здоровы!